Погоди, я нечаянно выпал. Все, не садишь ты больше на мою машину. Ты чё, дебил? Ты чё, конченый? То ж надо выстрелить все патроны. Ты чё, дебил, зачем мою машину? Так а куда? Всем привет-привет, с вами Маркус Фрост и Джеймс из Бро. Ай, привет! Здорово, типы. Короче, давайте назовем это как из бичары стать на ранг в ЛВПД плюс первый левел. Просто надо иметь себе кореша зама в ПД или где-нибудь в какой-нибудь фракции. Так что давайте отправимся туда, и он меня инвайтнет. Да? Угу. Давай ты, короче, куда-то подъедешь сейчас. Ты где, Вась? Я еду на скутере по мосту. Едь в ЛС, в этом мост будет. Куда, Гарри? Иди сюда, малой. Едь к 4 дракона, к 4 драконам едь. Так, я чё, уже приехал? Подожди. Я сейчас туда подъеду. Я бы тебя встретил на мосту, Вась. На каком? ЛС, ЛВ. Так я уже в ЛВ. Ну давай, я тебя жду. Предъявите ваши документы, ко мне пристал офицер. Сейчас скажу, чтобы тебя пропустил. Бля, у меня ж не напишу ничего. Почему? Мне мут. Садись, Вась. Вась, прыгай. Подожди. Ты уволил его? Нет. А что ты сделал? Повысил. Чувак работает. А, ну. Давай инвайт. Да подожди. Говорю, давай инвайт, слышишь? Подожди. Ты чё, говорю, быстрей. А ты что, ну... Вась? Ой, погоди, я нечаянно выпал. Все, не садишь ты больше на мою машину. Ты чё, дебил? Ты чё, конченый? То ж надо выстрелить все патроны. Ты чё, дебил, зачем мою машину? Так а куда? Ты чё, конченый, бля? Да ты дебил. Ну ладно, все. Надо выстрелять, или они останутся. И что? Ну, они останутся, если я это... инвайтнусь. Ой. И? И чё, дебил, у нас на складе патронов нету. Ну, я зря выстрелил. Ура! Все теперь мне, теперь все ваше мое. Вы ничего не имеете по жизни. С каждого дерева инжир мой, короче. Приветствуем нового члена нашей организации. Сука, бич ебаный. А че второй? Дай четвертый хотя бы. Иди нахуй, подожди, не уволим ли. Дай форму, говорю. Сейчас возьмешь, бля. Малой, говорю, давай сюда одежду. Ты шо, блядь? Писюн ебаный. Мне так, сука, сегодня ледак слил, у меня было 5 км. Дай мне это чуть-чуть денег, а то у меня 1 к. Подожди ты, блядь. О, дай... а шо это такое? Блядь, сегодня пиздец нахуй. Ты водила вообще... Да ебать, тут такое управление конченое с моей этой, блядь, Аризоне. Ёбаный пиздец. А как качать скиллы в тире? Да. Ой, блядь. Вася вообще не умеет гонять. Ебало, иди вообще нахуй. Окей, я понял, короче, все, пока. Давай. А где тут заходить? Вон. Там как на колесе? По правую, по правую. На правую? Вау. Вот это инта, да? Вообще, прям. Так, переодеться, взять боеприпасы. Вы не на службе. Пай, давай переодеваемся. Ого, гля, я, короче, ДПС. Блядь, меня пидор тачку угнал.
Ну пошел нахуй. Вот, есть оружие, что ты мне втираешь? Сойди нахуй, блин. Успешно выдан бронежилет, эмочка, дигл и что там еще? И дроп. Оп. Ой, я ничего не вышел. Вообще, гля, клёво. Такого я еще не видел. ХП можно, да, папа? Да, кстати, бесплатно ХП помню, можно. Будет полицейские будни, да, снимать? Если наберется 1 000 000 просмотров, то будет. Я кончаю. Чтобы внести залог, введите. А зачем залог? О, армия нам БП привезла. Вот красавчики вообще. Типа за братуху можно ввести залог, внести. Ну да. Гетто пацан. Короче, в это, внедрился в банду наркоманов. А чё я не могу сидеть? А, прикинь, у меня нету прав. Да ладно, блядь. 113 ТК. Всё, ты меня бил, блядь. Ёбаный, блядь. Всё, короче, на этом всё. С вами был Шмес О'Хонор. И кто? Как тебя зовут, слышишь? Фредерико Мэнсон, Вась. Ты сказал сначала Маркус Фрост. Короче, двуличие, парень. Это, короче, бич. Вот. А ну, стой, брат. Да стой, что, блядь, тебе надо? Я сяду. Сойди нахуй, блядь. Ставь лайки, подписывайся на канал и до новых встреч.